Лена, у меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, для чего тебе нужны группы вообще, вот наши группы триумфа? Как ты их используешь? Какую они для тебя помощь оказывают? Помогают. Я их использую для наполнения своей страницы контентом, для того, чтобы людям было интересно что-то почитать, не только интересно, но и полезное. Но как я это делаю? Я уже задружила с этими группами, так сказать, добавила их на свои рабочие страницы. Вот я создала 5 рабочих страниц. Ну, вот покажу на примере одной из них. Что мы делаем? В левой части страницы, заходим на страничку, в левой части странички здесь у нас есть такая группа. Мы заходим в эти группы. И вот они у меня уже там, где сообщество, все группы, ну, другие какие-то интересные. И вот, в частности, например, такая группа, как «Будь здоров, живи красиво», «Технология онлайн-общения в бизнесе», «Путь жизни», ароматы, которые мы используем в своей работе, и мероприятие «Триумф». Ну, пока что еще с этой группой я мало работаю, а с остальными я уже работаю активно. Лена, можешь показать, как ты делаешь перепосты? Ну, перепосты, в общем-то, просто перепосты делать легко. Мы, например, заходим вот в группу «Будь здоров». Открываем эту группу. Здесь вот видите, как уже я участником являюсь этой группы. И смотрим то, что нас интересует. Листаем. Вот, например, понравился нам картинка такая и текст. Здесь есть метод сердечко. Я могу оставить свои комментарии, то есть мне понравилось. И дальше могу сделать перепост. Просто мы нажимаем на этот микрофончик. И таким образом эта картинка текста, и потом дальше поделиться, выберите аудиторию, здесь уже отмечены друзья и подписчики, для того, чтобы интересно было моим друзьям, подписчикам моей страницы почитать. И нажимаю поделиться записью. И вот таким образом эта картинка у нас уже ушла. Ну вот если мы вернемся на свою страничку, возвращаемся, моя страница, мы можем увидеть на страничке, у нас вот располагается справа это уже этот наш перепост. Таким образом потом мои друзья могут читать, оставлять свои комментарии, вот точно, могут делиться со своими друзьями, если им понравится что-то. Ну и таким образом, я думаю, что будет проявляться интерес к моей стране. Хорошо. Леночка, я тебе хочу подсказать, как можно еще эффективнее использовать наши странички. Зайди, пожалуйста, опять в группы. Заходим, открываем. Угу. Если это интернет. Значит, ну давай зайдем мы в группу «Вкус жизни», допустим, «Вкус жизни». Хочу напомнить всем партнерам, что до тех пор, пока ваша группа не наберет 100 друзей, афишировать о том, что мы работаем в партнерстве с компанией «Орифлейм», не надо торопиться. До этого момента у вас должны быть посты общего характера, никаких бизнесовых призывов, никаких «Ура, Орифлейм» там и все такое не должно быть. То есть должна быть спокойная, ровная страничка. И вот сейчас мы освоим с Леной новый навык. Опускаемся чуть ниже, Лен. Выбираем любой пост, который нравится. Вот как ты делала, сделай, пожалуйста, вот любой пост какой-то. Выбери, какой тебе нравится. Вот, например, это. Хорошо, замечательно. Как мы делаем перепост? Вот нажми, пожалуйста, как мы делаем перепост. И не торопимся. Сейчас покажу, как... Да, нажимаем перепост. И вот здесь, посмотрите, пожалуйста, вот здесь можно написать коммент, вот здесь можно какую-то свою фразу
ну, например, напиши, я с этим согласна, я с этим согласна. То есть тут говорится о том, в посте говорится, если только отключить компьютер, то сразу потянет тебя к холодильнику или к телевизору. Вот я напишу, да? И еще хочу сказать, посты на твоей страничке, они должны чередоваться, то есть не торопись сейчас. Они должны быть не только с одной группы, там три поста подряд, зашли, побросали, три поста подряд по группе «Будь здоров» или «Вкус жизни». Они должны чередоваться, это первое. И еще надо понимать, что у твоих друзей, если они постоянно, допустим, в онлайн или только зашли, у них, как только появляется у тебя новый пост, у них сразу тоже в ленте это появляется. И они обращают внимание на то, что ты активничаешь на своей страничке. Это говорит о том, что нам не надо ставить, вот зашли мы один раз на страничку к себе и сразу все посты переставили в сию минуту. У нас есть такая замечательная функция, как таймер. Лен, опусти, пожалуйста, вот тут к слову «еще» и стрелочка. Вот, внизу таймер нажимаем. Вот, и у нас сегодня 31 число, 14 часов, ну почти что 15 часов. Давай поставим на 19 часов стрелочку вот здесь. Ставим на 19 часов, опускаем ниже, чуть-чуть ниже. Да, и как мы уже говорили, ставим не ровно 19.00, а 19.10, минуты исправь, пожалуйста. 19.10. Ага, сейчас выше потянем минуточки. Вот, отлично. И вот уже в 7 часов тебе даже заходить на свою страничку не надо, в ней этот пост отобразится. Ну, вот любое время, в 19.10 поставили, и поделиться, напиши, поделиться. Все, этот пост на ожидании. Теперь что мы делаем дальше? На ожидании, то есть мы в 7 часов сбрасываем посты. Посты «Вкус жизни», опускаемся ниже. Для того, чтобы ваши посты чередовались, вы для себя определяете, что, например, «Вкус жизни» я буду использовать посты в 7 часов вечера. В 12 часов дня я буду использовать посты, допустим, по здоровью. «Будь здоров, живи красиво». Вот. Ну, опускайся ниже, выбери еще какой-нибудь пост, и мы его поставим сейчас на 1 февраля. Но ты это сделаешь самостоятельно. Выбирай любой пост. Правильно. Правильно. И теперь на календарь нажимаем, Леночка, на календарь. С правой стороны, да, нажимаем календарь. И теперь выбираем, вот здесь вот видишь, тут январь, синяя полосочка, а ты следующий значок. Не-не-не-не-не, нет, выше подымись, выше подымись. Видишь, синяя полоска, январь 2017, в углу набирай, вот. Отлично, 1 февраля. И мы выбираем с тобой в 19.10, да. Мы решили, что «Вкус жизни» будем выставлять 19.10. Все, поделиться. Захочешь написать какие-то комменты, захочешь добавишь сюда какую-то свою фотографию к этому. Все, то есть 31 и 1 числа у тебя автоматически эта информация загрузится. Опускайся еще ниже, давай выберем еще и на 2 число с этой группы. Или мы можем перейти в другую группу. Давай перейдем в другую группу. Да. Да, «Будь здоров» выбираем. Замечательно. И сейчас мы с тобой с «Будь здоров» на эти же дни, на 1 и на 2, выберем темы и перепост сделаем. Выбирай какие-то, каких у тебя еще не было там постов любой. Первое, давайте февраля уже. Ну, давайте уже на первое были, на второе. Нет, нет, Лена, подожди. У тебя постов должно в день быть активности 2-3 поста. Поэтому у тебя пост в 19.00 есть. Теперь нам надо, у нас же днем нету постов у тебя никаких. Поэтому на 1 февраля мы договорились, только с «Будь здоров» будешь выставлять, допустим, в 12 часов. 12 часов 10 минут. То есть с этого ты просто каждый сам для себя должен определиться, в
какое время, с какой группой, какие будет выставлять посты. Ну, так как у тебя вкус жизни на 7 часов вечера будет каждый день посты ты будешь выставлять, то будь здоров, будешь выставлять 12 часов. А Рома или еще какую-то другую группу ты можешь выставлять в 10 часов. В 10 часов 10 минут, допустим. 3 поста. И вот ты сейчас наперед просто выставишь посты, и у тебя будет уже 2 дня заняты. Все, поделиться. 1 февраля мы поделились. И теперь давай выбираем быстро пост. Потому что для чего нам надо группы? Чтобы мы экономили время. Быстренько выбираем еще один пост, другой. А этот же пост ты только что ставила. Не-не. Это процесс не ставила. Хорошо, давай на 2 февраля. Отлично. И тоже этот пост у нас уходит 12 часов. То есть 12 часов дня мы постим. Все с группы. И тогда, когда ты вот вечером зайдешь на эти страницы, то ты увидишь, как у тебя чередуются 3 поста. Все. Они, получается, не будут вместе. Нет, они не будут вместе. Они не будут вместе. У тебя будет утром пост, там, аромашлейф, в обед будет «Будь здоров», выставлен пост, а вечером 19:00 будет выставлено «Вкус жизни». И вот так вот можно на неделю вперед выставить посты, сесть на полчаса и повыставлять с этих групп посты, какие вам нравятся, и больше туда, скажем так, с наполнением контента в группу не заходить. У вас освобождается место, время вернее, и вы можете очень много уделить время именно работе на страничках с друзьями и с методом работы приглашения. Лен, все понятно? Я поняла, мне понравилось. Все, отлично. Всем хорошего рекрутинга.